Всем привет! И сегодня у нас по многочисленным просьбам обзор виноводочного ликерного магазина. Магазин. Здесь магазин, где исключительно продается алкоголь. Только алкоголь. Сигареты. Да, сигареты. О, сигары, и там есть всякие напиточки для мартини и тому подобное. Мы начнем издалека, а потом пойдем выбирать вино, потому что мы сюда пришли с конкретной целью купить вина. Да, сюда. А вот, кстати, есть мерзавчики. Видите, можно купить маленькую бутылочку Джеймсон за 3,69. Да, это бурбон можно. Да. Эван, я даже таких не чула, не бачила. Горилку. Бакарди за 2,50. 2,50. Скидка, дивіться. Это крутится, как в магазинах. Вон Малибу есть за 3,50. Ось його, знизу горілка. Ваню аккуратно. Ого. Ось дивіться, гарний чай. Да. А кстати, скажу особенность этого магазина. Капельницы. Капельница. Аня хотела показать капельницу. Короче, особенность этого магазина, здесь воняет ужасно. Просто, я не знаю, какой-то такой специфический запах хуже. Да. Ну все, погнали. Багато мерзавчиков, в принципе, можно навіть на сувенирчик дарувати. Ну да. Итак, самый болезненный вопрос. Сколько стоит Джек Дэниелс? $32. Это до этого он стоил $49.99. Джеймсон, маленькая 20, большая 40. Абсолют, $16.99. Я просто говорю, что это, наверное, самый популярный алкоголь в наших странах. Во всяком случае, во всех ночных клубах. И я имею в виду, помимо водки. Это Сарсапарилла. Це на всякі різні напітки, називаємо їх так, для коктейлів. Даже есть, продается соус табаско здесь. Я подозреваю, что это для каких-то коктейлей. Коктейлей, да, она неправильно сказала. Для закусочек. Ну, ось дивись, ти купляєш собі одну таку, чи береш і текілу, і тобі алкашку. Кошмар, у неї... Ой, я... У мене колись була зелена, то зелена. І ти... Голубая. Вот таке в мене було. Блю Курано. Куракао. Да, і типу сек в мене був колись. Да, я колись бодяжила собі коктейлі. Аня бодяжила коктейлі. А вот классическая Coca-Cola. Доллар 80-10, кстати, написано мексиканское. Видите? Mexican Coke. Интересно. Как бы ни казалось странно, что на фоне бегает маленький ребенок в алкогольном магазине, но все равно это видео 18+. Это обзор алкоголя. Детям такое нельзя смотреть. Егенмейстер тут там маленькая. 11, а, да, кстати. 18, 30 и... Ну, а чего мелочиться? Надо брать сразу вот... Вот такой вот. Кстати, сколько он объем? Литр 75. Литр 75 Егомайстера. А, вот, именно вот такой у меня марки было. А, да, Болс, я помню, да. Помнишь? Да, трипл сек он тоже. Да. Це для, ну, для коктейлів. Да. О, дивіться, зразу шотики продаються, класно, відразу. Кстати, да, можна, хоп, рюмашку. Ну, 25 мл. Наскільки люди облінились уже, самим лень смешивать коктейли, проще уже купить готовые. То все для коктейлів. Тут у нас йде бренді. Ну вот, самое интересное, бренді. І бомбони пішли. Я навіть таких не знала. Хорошо, что, опять повторюсь, Даня пока этого не понимает. Я надеюсь. Ну, во всяком случае, мы так дома не пьем в открытую, поэтому... Не, мы вообще не сильно пьем. Ну, да. Сейчас это, типа, оправдание. Итак, Джеймсон я уже показывал. Бушмиллс, кстати, тоже неплохой. $40. Эх. Это минералочка, вот это вот на утро. Сан-Пеллегрино. Это, типа, сильно дорогие. Хеннесси. Да, их... С таким крестом, наверное... Их даже спрятали. А вон с целой грушей в бутылке находится что-то. Это вино такое. Pure Bottle Oregon. Орегоновское. Обалдеть. Есть какие-то бутылки. Камус какие-то. Да. А еще, кстати, вот даже есть какой-то... $200 кошты. Я так понимаю, это коньяк какой-то испанский. Вот с этими, с крестами. Наверное, эти конкистадоры завезли. Часто пить Хеннесси, эту среднюю, за 27-28 долларов. А так вот, большая $54. Есть еще VSOP 56. Ну что, мелочиться, сразу А я еще хотел сказать, в этом магазине, я посмотрел по пятницам, у них, по-моему, с 3 до 7 вечера здесь устраивают каждую неделю дегустацию вин. И можно прийти, у них, мы еще туда дойдем. Я опять тороплю события всегда. Мы еще туда дойдем. Там увидите
будет такой дегустационный зал, и там можно приходить вот по пятницам, пробовать. Почему? Что примечательно, именно по пятницам. Мій любимый продукт. Ось ці кажуть, фу-фу-фу, це коктейльна вишня, така халіма, а мені нравиться сюди. Я навіть окремо купувала, коли це ми їли. На тортик вообще отличный, да, ну, да. С спиртовым, не надо самому спиртовать. Мы с сестрой завжди любили ее. А тут вообще какие-то странные, я даже таких никогда не видел. Закінчилися, сейчас пойдем в машину. Видите, есть. И главное, что, что интересно, все на скидке всегда. Все, вообще все на скидке. Оце вкусний. Ой, ну маленький. Вот этот очень вкусный. Мне он очень понравился. Медовенький такий. Дивися, я ще такий не пробував. А вот это да, какой-то новый. Называется Tennessee Fire. Тут тоже за закритою вітриною більш дорожче, мабуть. Смотри, какой макалан. Вот ей за... Самый дорогой я пока вижу, $170. А мені оце красиво десь. Delmore. 160. Красивый просто. Delmore. 179 Glenmore. 174 на 170. Да. Ну, о, вот я нашел. Highland Park. Посмотрите, 30 годовалой выдержки. 999.99. И я уверен, здесь кто-то найдется, кто это купит. Тут горилка. Это все водочка. Да, вот это Grey Goose, короче, и еще один часто пью. Честно, не фанат водки, но... Дань, нам это не треба, Дань. Но так как... Поправо? Ух ты, водка прям череп. $90 стоит. Молодец. Вот, я не фанат водки, но так как... все-таки, чтобы навіть делать это видео полноценным... Навіть і русский стандарт с наших широт $40 коштує. Кстати, на да, скидки. Русский стандарт. А до этого стоил $48. Пошли, вот так вот. Я говорю, я не фанат водки, и честно, я бы ее не показывал, но... Раз мы уже тут. Но столичная. А. Столичная, нормально. Да. Донечка. Мы сейчас пойдем виничко возьмем. Чуть не... Фух. Спокойно, спокойно. Ладно, это не бутылка за $1000. Скай водку сейчас купим. Все нормально. Коктейли, блядь, кстати, вот это очень красивый дизайн, вот нравится, нравится. Ага. А здесь вот есть даже столичная малиновая, столичная с голубикой, столичная с ванилью. Собеский какой-то, не знаю, кто это. Русский стандарт вот такая вот есть. Да. Вот это тоже красивый дизайн, мне нравится. Тут нам здесь. Но это калифорнийское. Дань, не трогай, пожалуйста. А, ну и конечно, куда же без классики Смирнов. Кстати, дешево. А вот это, Светка. Светку. Светка. Тут даже Светку продают. Джинтоники маленькие, и все, пошли. Джинтоники, которые алкогольные джинтоники. Да. Я не знаю, кто они такие. Это типа специалист по Бакарди, наверное. Бевмологист, фейворитс. Или это просто Диана, она любит Бакарди. Не знаю. Что это, кокосик? Да, между прочим, наш кокос. А ты уже две корзинки носишь? Кокос, да не гикалка. А помните, как мне было гикалка? Ну конечно, где еще может быть икота? Кстати, мы сейчас кидаем купим кокос. Назад, а вот добре? И ром. Пошли купим. Кокос, мое дитя. Кстати, вот такого я у нас не видел. Вообще чернющий, как чернила. Бутылка рома. Вот это, наверное, настоящий. Его прям хочется зубами пробку и попробовать, как пират. Есть еще вот такое. Да, я забыл, кстати, $25 стоит такая бутылка. А вот гигантская бутылка. А почему гигантская стоит дешевле, чем не гигантская? Чувствую какой-то подвох. Я бурса. Биг папа. 8,99 доллар. Отличный огурец. $2. Кстати, он, честно, на ощупь такой слизкий, как-то неприятный. Как глист. Да, вот, кстати, Jim Beam. $20 стоит.
И опять здесь. Вы уже поняли, столичные в Америке популярны. В прошлом году я решил, ну, естественно, мы сейчас покажем. Здесь есть отдел с нашим отечественным пивом. Это я не могу не показать его. И там же есть и польское, и какое угодно. В прошлом году я брал специально по одной бутылке на пробу. И, ну, просто для себя. Было довольно интересно попробовать. И сейчас покажу вам, который я уже пробовал. Да. И начинаем обзор пива с глютен-фри. Глютен-фри? Да. Cedar Cooler Salt Free Domestic. В общем, здесь вот что мне очень нравится в этом магазине, это то, что у них все алкогольные напитки четко распределены вот такими вот категориями. И очень легко найти то, что хочешь. Вот, например, захотелось сидр. Вот, пожалуйста, ряд сидра. А вот пиво Эйнсток. Хотя написано канадские пиво, но это исландское. Я не знаю, как оно сюда попало. Это скорее к Европе относится. Там написано, есть Европа. А, да. Ну, в общем, у меня с этим пивом отдельная история. Здесь есть еще такой магазин алкогольный, называется Total Wine. И вот здесь, например, видите, 13,49, ну не за бутылку, а за всю коробку. В Total Wine я заплатил за одну бутылку этого пива $10. И я об этом узнал на кассе. Я такой, типа, о, чего, сколько? Я их брал две, то есть $20 я заплатил. Я пришел домой и как-то, ну, все не складывалось добраться до этого пива, выпить его. Оно лежало, наверное, несколько недель. И близко было к морозилке. И, короче, одна из бутылок лопнула. И мне было так обидно. $10 за бутылку потратил. 0,33. А мне я холодильник мыть. И, короче, реально. Но вторую я попробовал. Реально вкусное пиво. Обалденное. То есть я бы вот честно даже взял бы его еще с удовольствием. Сейчас я покажу то, что все давно хотели увидеть. То есть вот это вы поняли. Это все европейское пиво. Хайнекен. Все понятно. А теперь... Одинокая бутылка жигулевского пива. О май гад! И стоит она 2,69. Жигулевская. А также, начнем отсюда, Балтика тройка, Балтика пятерка, Балтика семерка и Балтика восьмерка. Восьмерку не пил. Женя, пил все, кроме Женя, восьмерки. Крушовицкий. Ну, крушовицы, ну, не знаю. Честно, я больше люблю польское живец. Живец – обалденное пиво. Еще у них есть очень классное пиво, называется Татра, но оно здесь не продается. Здесь все немецкие пиво, кстати, посмотрите, большой очень выбор. Хоп, я пытаюсь выговорить, да, но вы поняли. Гиннес. Мне так нравится, что все колючки. Да, опять, я смотрю, Нитро IPA, Пауланер. Это я даже не выговорю. Вайхенс, Стефанер какой-то, боже мой. Вот это я пил, кстати, еще в Киеве, только с голубой этикеткой, тоже вкусное. Битбургер. Все, Аня себе выбрала пиво. Какое? Это мы взрослые, то не по этикетке. О боже, и сколько оно стоит, это пиво? Богато, 13 долларов. Я вижу, оно пинта. Пинта $13 стоит. Вот тут все пинта. Зато оно запаковано как вино, видите, вот этой пробкой именно. Да, можешь показать, я уже все. Вот тоже какой-то вот рэпер наслаждается пивом. Вот. Еще я хотел сказать, вот все, что трушовое. Пиво местного разлива. Трушовое пиво. Я это уже называю калифорнийский дизайн обложек. Он весь какой-то безумный. Такое ощущение, что мы сейчас еще дойдем, вы увидите. Такое ощущение, что человек просто взял, открыл Paint и начал просто вот малевать. Что-то непонятное. Но на самом деле это прикольно, оно вот, ну, как бы чувствуется local. Вот посмотрите, ну вот. Класс. Зомби. Breaking Bad, например. Очень смешно. Чем у него даже это? На цепочке что-то. 7,49. Вот специалист по вот этому пиву с уродливыми этикетками. Его улюбленное пиво. Шо, ну да. Пиво все, Аня раскрыла секрет. Вот такие обложки есть. Посмотри, Dew Double IPA. И просто какой-то, не знаю... Чувак нарисован. Ну, в принципе, и пиво называется Дьют, чувак. Вот здесь вообще, вы смотрите, как из комиксов обложки. Бобер, мексиканская. И вот здесь опять сорта делятся. Вид. Пале-але. Даня! Ты меня! Ты нашел? Я не буду вам таким, он хочет тоже себе теперь. Отлично. А мы теперь
идем к пиву, про которое я говорил, которое я пробовал до этого, называется вот оно, Longboard. Вкусное. Меня чисто привлекло, что оно такое, типа, вот летнее. Вот это красиво. Pub beer. И ценник, кстати, за ящичек 9. Ну, так, нормально. Какое? Вот красивое. Такое чисто американский стиль с орлами. Еще. Ну, короче, безумные какие-то обложки на этих. Ну посмотрите сюда. Или медведь с оленями рогами. Ну. Класс. Просто люди сходят с ума. Женя, а все, дивися. Да, отлично, а вот это вот тоже православное. Короче, какое-то. Ну, тут... А, Russian Imperial Stout. Да. Ну, люди дальше подходят к этому вопросу креативно. Я сегодня возьму вино, которое будет на акции. И это, например, бутылка вина будет стоить там $10-20. А вторая, точно такая же бутылка, обойдется мне абсолютно бесплатно. Ну, как бесплатно, 5 центов написано, что за вторую 5 центов надо заплатить. Ну, как бы, я готов пойти на такие жертвы. И вот, например, $24 стоит вот бутылка вина. А, правда, я не знаю, это... Да, это испанские. И вторая полностью вот идет в подарок. Вот так вот. Пошли туда. Два же американские пить. Да. Но мы, так как мы в Калифорнии, надо пить, типа, отечественный, калифорнийский. А вот дизайн, да, бутылки. Как будто бы из погреба. Класс. Я, честно, пино-нуары вот я люблю пино-нуар, мне нравится пино-нуар. Почему? А, здесь есть этот, как они называются? У нас тут Мередуса. Шардоне. Шардоне тоже у нас тут на Мередусе. Да? Нет, я этого бренда Люси взяла. Что, шардоне белое, да? Нет, красное. Это белое оно. А что он тут робит? А, потому что это. Да, потому что это итальянский. Ну, видите, какие мы специалисты, да? Ну, скажу так, я люблю пино нуар. Мне оно нравится. В общем, если среди вас есть специалисты, кто будет смотреть это видео, не судите нас, реально. Я в вине разбираюсь, вот как, наверное, как эти пробки от вина. Не сильно. Но я говорю, что мне нравится одно, вот один сорт вина, и я даже готов поэкспериментировать. Я бы. Каберне я, по-моему, уже брал. Брал, да? Ну вот Мерло я еще не брал. Я вот хочу попробовать Мерло. И вот у нас опять есть выбор. Ну, вот это не дешевое, конечно, пино нуар. $35. Но зато вторая бутылка идет в подарок. То есть, ну, 5 центов. Вот это я тоже думал. Мне чисто из-за обложки нравится. Красиво. Стоит $30. Вообще здесь интересные вина, реально интересные, вкусные. Вот в прошлый раз я пил вот это вино, Беннингер, вкусное, реально вкусное. И оно 2013 года, и оно 13,9 алкоголь, довольно крепко. Здесь Аня выбирает себе вина, в которых по 7, по 5 градусов алкоголя, то есть они очень легкие. Можно бутылку выпить, как все равно, что бутылку в Балтике выпил, и ни в одном глазу. Здесь шардоне. А, короче, это все шардоне. А вот это, смотрите, вот здесь вот дегустации, то, что я говорил по пятницам, вот тут вот проходят дегустации, это вот дегустационный такой зал, они там выбирают какие-то в неделю определенные сорта, и можно приехать попить вина, попробовать, и потом, естественно, купить его. Классно. Что, Жень, ты уже выбрал себе вино? Да. Ну, пошли, покажешь. Значит, я выбрал два. Это не самое дорогое, но... Рука. Дай руку ему. Смотри. Вот такое. Даня, кто это? Пташечка. Папа, Мерло. Не учись. Да, птичка. Учись этого. Пока я... Цена ее такая. 15,95. 13,97 алкаш. Про алкоголю. Мы с Аней просто на два фронта разделяемся. Аня пьет только белые вина. Не только белые, я пью солодкие вина. Сладкие, да. И не крепкие. А мне нравятся такие с кислинкой, они, не знаю, вина.
Уже не просто уже смак виробився, а в мене ще такий басяцький. Чому басяцький? Ну, знаєш, як то кажуть. А второй, который я выбрал, а, ну, пино. Потому что это ж я вот Мерло взял. Мені бутилка понравилась, я бутилку дивлюся. 13,5. Ну, нормальненько, хороше. Монтерей. Тим более, оно из Монтерея. Значит, треба брати. Аня потом прожужжит вам все уши про новый сериал из Монтерея, но... Big Little Lies. Вот. Так, идем на кассу. Даня, ходимо. И всякие классные штучки. Маргарита. Деня, let's go. No, it's our. No, it's, I'm sorry. How much it goes? I haven't got it yet. No, we're at the point of no return. I can give you cash. $3. $3. Daniel. Well, thank you so much. I was like, oh, sweet fish. Oh, Daniel. 7 бутылок. 74 and 9 cents. Say 58.70 with 12 down. Okay. Thank you so much. Итак, это был обзор магазина Bivmo, алкогольный магазин, в котором мы купили себе вина и сэкономили, я думаю, по меньшей мере где-то долларов 50. Или около того. Не, чего? Ну, где-то $40, наверное. 40. А может, как раз. Примерно. Поэтому спасибо, что смотрели наше видео. Не забывайте комментировать все это дело внизу. Я опять напомню, это 18+ было видео. Оставляйте ваши комментарии, лайкайте, подписывайтесь на наш канал. И увидимся с вами в следующем видео. Пока-пока! Пока! Пока!